Ночь 11. Ты хорошо справился со своей работой, человек. Да я не человек, я рептилоид. За все время мне не удалось проникнуть внутрь. Уважаю таких противников. Тут она такие из нескольких глазов показывает. Ты достоин сделки. Ты же знаешь, к чему все идет. Они предадут. Но я предлагаю иной финал. Впусти меня внутрь, я не трону тебя. И они получат то, что заслужили. Ну что, пускаем, не пускаем? Нет, нет, пускай. Нет, давайте пропустим. Мудрое решение, человек. Все, за тобой компик мне новый. Вы впустили нечто ужасное в дом Тимохи. Пока из-за спины доносятся душераздирающие крики, вы медленно выходите навстречу восходящему солнцу. Смена окончена. Тем не менее, на ваших плечах до сих пор висит огромный долг. Кажется, пора искать другую работу. Поник. Поугарали, хватит. Пускай. Так. Ну что, теперь, значит, не будем выпускать его. Глупо, ты еще не раз пожалеешь об этом. Надо просто в подъездах убираться, чтобы такое зло не завелось. Дорога. Приветствуем представители данной удалены. Я агент данной удалены. Согласно данным, проходящая в этом доме вечеринка связана с исчезновением его жильцов. И мы имеем основания предполагать, что данные удалены. Ты мне втираешь какую-то дичь. Нам также известно, что вы работаете на ее организатора. Мы вынуждены арестовать вас и всех посетителей квартиры. После анонимного сообщения и анализа пирожков из квартиры Тимохи, агенты Меми Фаундейшн приняли решение об аресте всех участников вечеринки. Сам Тимоха, агент Каймовой, покинул дом до приезда оперативников. Вы также взяты под арест. Любые данные о вас удалены из всех источников. Вы будете направлены на службу в качестве сотрудников класса Б на базу фонда 47. А хорошая концовка. Посвящается поколению Альфа, люди, за которым будущее. Это Альфа, это меня сейчас на Луну по... Ну, типа... Побыть. Ошиблась? Нечто неописуемо поглотило тебя. Ты оказываешься в бескрайнем, абсолютно темном пространстве. Множество голосов обвиняет тебя во всех возможных пороках. Кажется, среди них есть голос мамы. Она говорит, что этому не будет конца. Ой. Здравствуйте, дяди. Сорок пять монет есть. Не надо. Они с пистолетом ушли! Братки, вытащи вас из каморки, увезли в багажнике своих жигулей. Ваш след теряется где-то в лесах, вблизи деревни под Собакино. Ночь 9. Спасибо. Ой.
Я девочка. Ты меня не заберешь никуда. Просчитался, но где, да? Мне тут птички напели, что здесь злостный уклонист обитает. Это ты за Тимохой пришел? Служебная собака. Ну, короче, типа, да, который вынюхивает взрывчатки и наркотики. И он за ней пришел. Если встретишь, передай ему это. Оп, а вот и попался. Повестка считается врученной. Мне плоскостопие, да. Не, до свидания. Не страшно было у нас такое. Ноги, как хвосты плоские. Водолазом служит, и тебе место найдем. Он в армии пришел. Нет, за пирожком пришел, Том. Сейчас скушает пирожка, подобреет и уйдет. Пора родину. А в смысле, он реально пошел на вечеринку к Тимохе? Военкомат и несколько крепких молодых пакуют вас и увозят в военкомат. Вас ждут вонючие партнерки, рваная шинель и старшина рулон обоев. Под его чутким руководством вам предстоит красить траву, воровать тушенку и чистить вилкой туалет, после чего вы отправитесь на фронт на защиту Великой Карпатии.